Поклонники и друзья знаменитого певца и кумира миллионов Юрия Шатунова до сих пор не могут поверить в его смерть. Юра Шатунов умер после обширного инфаркта в ночь на 23 июня. Сегодня его родственники готовятся к похоронам певца. Уже стало известно, что похороны Юрия Шатунова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим тело 48-летнего музыканта Юры Шатунова кремируют. Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня, сообщил источник из окружения певца. Гражданская панихида пройдет в воскресенье 26 июня с 10 до 15.00 в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Туда смогут прийти все желающие проститься со своим кумиром. Напомним, что Юра Шатунов скончался в Подмосковье из-за острой сердечной недостаточности. Позже у певца диагностировали трансмуральный инфаркт, одна из наиболее тяжелых форм инфаркта, при которой поражаются все мышцы сердца. Средства массовой информации сообщают о том, что друзья своевременно вызвали скорую, но та отказалась приезжать по вызову, поэтому были потеряны 40 минут времени. Возможно, если бы врачи прибыли на вызов вовремя, певец был бы жив. Популярный артист Юрий Шатунов почувствовал себя плохо во время отдыха. Он сказал, что у него печет в груди, стал тяжело дышать. Приятели Шатунова доставили его в ближайшее медицинское учреждение, после чего отвезли в ближайшую больницу, в Домодедово. Юрий Шатунов уже был тогда в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти музыканта, но, к сожалению, у них ничего не получилось. У Юрия Шатунова остались жена и двое детей, которые должны прилететь из Германии, чтобы проститься с любимым отцом и мужем. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.